Новогодняя пора, время чудес и волшебства, исполнение желаний и, конечно же, праздников. Праздники Брещания отмечают по-разному, но есть у них одна особенная традиция – каждый год собираться возле главной елки города и вместе отмечать Рождество. Яркие выступления музыкальных ансамблей области, поздравления Деда Мороза и Снегурочки, праздничные угощения, катание на карете, традиционные гадания, конкурсы и игры. В этот вечер развлечения по вкусу смогли найти как взрослые, так и дети. Можно с уверенностью сказать, организаторы мероприятия постарались на славу. Каждый гость праздника получил море приятных впечатлений, заряд энергии и позитива. И поэтому, несмотря на сильный мороз, никто даже не собирался покидать развлекательную площадку. Мы всегда приходим на эту елку, потому что здесь очень весело, тут веселая атмосфера. Мы сюда ходили на елку, здесь очень было весело. Открытие елки, все плясали, танцевали. Тут очень весело. Дед Мороз, Снегурочка вон, вообще очень весело. Мы каждый год приходим на елку, потому что нам очень нравится программа новогодняя и рождественская. Я сегодня пришла на площадь встретить праздник со своими друзьями. Здесь все замечательно, все класс. Весело, класс, танцы. Для многих брещан встречаться вместе на рождественских гуляниях стало доброй традицией, что неудивительно. Ведь это хороший повод увидеться с друзьями, обменяться поздравлениями и подарками. Именно такие праздники сплачивают людей, дарят атмосферу волшебства и хорошее настроение на весь будущий год. Традиционно брещане уже знают, уже не первый десяток лет у нас на площади проходит традиционное колядное мероприятие. Мы начинаем в новогоднюю ночь, встреча Деда Мороза и Снегурочки с брещанами и новогодняя дискотека. И через несколько дней это колядное мероприятие, которое мы обязательно проводим для брещан. Народные праздники, народные обряды, они не должны уходить в небытие, потому что это наше естество, это наша традиция, которая должна быть, и мы должны ее и показывать народу, и работать, чтобы люди помнили и знали, что есть такой народный праздник Коляды. Великий христианский праздник Рождество в каждой стране отмечают по-разному. У нас, белорусов, свои устоявшиеся традиции. И несмотря на то, что история празднования уходит своими корнями в далекое прошлое, торжество любви и света живет в душе берестейцев. В этот радостный день православные христиане поздравляют друг друга и желают всего самого доброго и хорошего. Я хочу пожелать брещанам на Рождество, чтобы в их семьях была любовь, мир, взаимопонимание, чтобы у них росли детки счастливыми, радостными, чтобы радовали родителей, желая им успехов в жизни, в работе. Ну и желаю, чтобы Брест в этом году действительно был настоящей культурной столицей республики. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.